В Новом Уренгое появилось первое детское телевидение. Информационный цех развернулся на базе детского сада «Метелица». Штат юных корреспондентов готовит новости, которые впоследствии будут опубликованы на странице в Инстаграм. Под руководством педагогов дошкольники находят интересные инфоповоды, составляют планы выпусков, учатся работать в кадре. Подробности в нашем следующем материале. В детском саду прошла ежегодно ежегодная выставка из овощей и фруктов «Осенняя рапсодия». В этом году в ней приняло участие 36 семей. Провели опрос, какие профессии пользуются популярностью. Наибольшей популярностью пользуется профессия блогера и журналиста. Поэтому мы подхватили эту тенденцию и решили развить это направление у себя в детском саду. Свою деятельность мы построили по трем блокам. Первый блок – это «Я исследователь». Здесь дети знакомятся о профессии журналиста, узнают, что такое СМИ, какие виды СМИ бывают. Второй блок – это «Говорим правильно». Здесь цель наша – развить связанную монологическую речь ребенка через коммуникативные игры. Скажите, а вы хорошо провели день в садике? Да, хорошо. А что ты делала в садике? Играла с лучшей подругой Миленой. И третий этап – это деятельностный – создание самого продукта. Здесь дети идут в командировку по группам, каждый со своей задачей, целью. Мы провели кастинг и выбрали наиболее способных детей. Способных детей, которые умеют говорить хорошо, задавать вопросы, коммуницировать с людьми. Возраст детей 5-7 лет, актив детей – это 10 человек. И еще мы планируем в каждой группе создать свой филиал. Выставлять новости, он должен говорить текст. Я думаю, что это сложно, но когда ты уже выучишь, это тебе уже не будет сложно. Пару дней и уже все, и уже выучила. Не сложно. Я отвечаю за съемки и за монтаж уже готового продукта. Один мы уже выпустили на нашей странице в Инстаграме, и второй готовимся выпустить. Вот как раз сейчас я в процессе. Всегда интересно заниматься чем-то новым, осваивать что-то новое, чему-то новому учиться. А с детьми это делать намного проще. Мы становимся с ними как будто бы на одной волне. То есть они чему-то учатся, и я учусь вместе с ними. Я все интересно. И меня учат самые лучшие воспитатели, которые меня учат тексту. Для кого не секрет, что в детском саду «Метелица» через капитальный ремонт здания. Хотите узнать последние новости о стройке? Слово «Амир» приглашаю. Эти новости, конечно, заходят на ура, потому что детская непосредственность, их эмоциональность, конечно, трогают душу и сердце каждого, особенно родителей.